Алексей Васильевич Кудряков, Екатеринбург. В сторожке жизнь идет моя, в острожке. Дежурство сутки, засчитай за трое, безмерно долог. Точно вкус морожки, день в окаянно-покаянном строе, в строю бессобытейном, дни на что бы, не балуя. Боли во мне белей, пока не свернут, как листок почтовый, небесный свиток предзакатной охры, замысливший побег и слежку в охры. Разве я сторож памяти моей? Закрой глаза. Вот мартовский паёк, глоток вина, ржаной тоски полмеры, на талом льду густой кровоподтёк, с бычками вмятыми бесцветно-серой, вдоль просеки ряды безлюдных дач, и звон цепей, и лай, летящий в дымку, погост и столб электропередач к земле клонящийся, почти в обнимку. Так умирает только слово на полосе пустой, ничейной, безропотно и бестолково, что забываешь назначение гвоздики розовой в петлице стихов и поднятых ботфортов, глотая пыль на пепелище, где нервно курит шнур Бигфорда. Башмаки железные, не подковы, износились. Ты долго гулял по стране, посиди на песке. Если путь тупиковый, значит, просто уткнешься лицом к стене. А свернуть-то куда? Буераки, болото и непрочный суглинистый берег реки. В этих дивных краях умирать неохота. Лучше мордой к стене, где цветут васильки.